Товарищи женщины, отставить! О, значит, мы не пойдем в Самарканд за покупками. Мне плевать, что мы никуда не ходим. Мне абсолютно до лампочки, что Зухра с Лейлой в коалиции против Зульфии. Ну что ты мне суешь-то опять это? Почини! Да не мужское это дело, я ж тебе 100 раз говорил. Вот если б рассказать, как Реал со Спартаком сыграл, вот это другое дело, я понимаю. Абдулла, починил бы. Давай сюда, ладно, починю. И мой. Ой, да ну. Ну вот за что мне все это, а? Господи. А я тебя предупреждал, не ходи с гаремом Абдуллы. Ох, и творческая личность, это твой Джавдет. Ой, ну опять вы их... Ой. Это, я у тебя в ухе нашла. Кто она, я спрашиваю? Это несравненная Катерина Матвеевна. Кто она, я спрашиваю? Ну, коллега, пора. А ну-ка, отставить. Это с какой-то такой стати я должен перед тобой отчитываться, а? Ты кто это такая-то вообще? Влезла в мою жизнь? Если чего-то не нравится, вон по песочку к чертовой матери отсюда, а? Еще раз такое вякнешь, я тебя до кровавых соплей! Ура! Русский назвал меня любимый жидалок! Что же мне с вами делать-то, а? А это идея. Петруха! К Верещагину! Не могу я тебя, проклятую, есть. А вот тебя, проклятую, могу. Пулемет. Дашь? Петруха, с тобой? Я порядок знаю. Петруха! Сколько можешь выпить? Литр. Если ваше благородие знаешь... 3 версии плюс аккорды. Новая модель? Беру. Здрасте. Здрасте. Паш, ты что говорил? Ты какие клятвы давал, а? Настасья, не начинаю. Носки по полу разбросаны, павлины не кормили, а сетры уж устали тебе на стол закусь метать. У всех таможенники, как таможенники? Кто деньгами берет, кто сервизами? И этот за собутыльника родину продаст. Их уж складировать некуда, Паш. Вот что, ребятки. А пулемет я вам не дам. Не надо, Паш. Не надо. Ну, Паш, ну не надо, ну я прошу. Понимаю. Ах-ах! Ну, спасибо тебе, товарищ Сухов. Да ладно. Молодец, выручил. Слушай, ну? Тут такое дело. Какое? Ты понимаешь, у Абдуллы ведь не только гарем был. И что? Еще-то. Еще вот небольшой зоопарк. До Архангельска не пригонишь, а? Нет, ни за что. Слушай, 5 петрук даю, сухо. Нет, и не проси, и не стой. Но там же детишки ждут, десятки, сотни советских голодных детей. Детишки, говоришь? Эх, ладно. Товарищи животные, я... Подожди. Нет, не могу, извини. Мне домой надо, к жене. Осторожно! Если встретишь Джавдета, убей его, пожалуйста.